Ну и так вот что у нас получилось. Вот такая вот. Я тут уже немножко проточил их, потому как я буду сюда вот так вот влаживать нож. Как-то так вот это все. Как-то так. Сейчас пройдемся. Клеим. Так, ну вот, такую вот ручку мы имеем покамест. Я ее на наждаке обточил. Вот такая вот. Теперь буду дорабатывать ее еще наждачной бумагой. И сверху, наверное, покрою лаком. Ну, видно будет. Продолжение следует.